Весна, любовь, цветы и жизнь. Именно так можно охарактеризовать выставку Инны Денищи, которая в преддверии Международного женского дня открылась в выставочном зале на Советской. Начала художница писать еще в детстве, и вот уже более 30 лет радует ценителей искусства своими жизнерадостными работами. В каждой собственный стиль и взгляд на такую разноцветную жизнь. Творчество – это жизнь. Это образ жизни, образ мышления. Основная тема в работах – это тоже жизнь. Цветы, так как первые дни весны, и несмотря ни на что, надо любить жизнь. Тема цветы, она предполагает больше созерцание и создание, чем разрушение. От импрессионизма до абстракции. На выставке около 40 живописных полотен. Некоторые любимы особенно, потому что с ними связаны личные переживания и чувства. Картина с белыми розами – напоминание о подарке супруга, а экзотические кактусы – воспоминания о путешествии. Она пишет цветы, не первая уже ее выставка, где именно цветочная тематика. Она пишет с натуры, пишет цветы, которые вокруг у нее в саду, где-то там возле дома или на столе, или подарены. Какие-то периоды жизни с чем-то связаны с какими-то определенными цветочками. В общем, излюбленная тема нашей Инны. Каждая работа художницы написана в свойственной только ей манере письма. Есть место в творчестве экспериментам. Абстрактная живопись, импрессионизм, батик, акрил и масло. Каждый художник ищет свою технику выражения. И она должна отличаться, чтобы это не было копии. И здесь она очень сильно отличается. Очень интересная подача материала. Мне понравилось. Ощутить приближающийся праздник и зарядиться весенним настроением сможет каждый благодаря необычной атмосфере экспозиции. Выставка будет работать до 13 марта в выставочном зале на Советской. Екатерина Косынюк, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».